5 знаков зодиака, которые могут найти свою любовь в интернете. Астрологи поделились информацией о том, какие знаки зодиака имеют возможность обрести любовь, не покидая дом. Для этого они могут просто зарегистрироваться на сайтах знакомств или быть более активными в своих социальных сетях. Овен. Представители знака Овен отличаются способностью быстро устанавливать контакты в интернете. Их главное преимущество заключается в том, что собеседники, общаясь с ними онлайн, часто разделяют их чувство юмора, что способствует быстрому согласию на свидание. Еще одним плюсом овнов является то, что если им кажетесь неинтересными, они не будут тянуть время и просто исчезнут из вашей жизни. Близнецы. Людям, родившимся под знаком близнецов, гораздо проще общаться с другими людьми в виртуальном мире благодаря своей способности к прекрасной письменной коммуникации. В то время как в реальной жизни они могут быть скованы в присутствии интересного им человека. В онлайн-общении им это дается с легкостью. Здесь они могут максимально раскрыть свой потенциал и личность. Раки. Представители знака Рак предпочитают общаться с эмоциональными и душевными людьми, с которыми можно обсудить философские темы. Таким образом, они более внимательно наблюдают и анализируют, стоит ли им продолжать общение. Если вы сумеете поддержать их чувствительную натуру, то у вас будет больше шансов на реальное свидание. Львы. Львы проявляют себя в интернет-общении, предоставляя большие жесты и внимание к деталям. Например, они могут внезапно отправить вам виртуальные цветы. Встреча в реальной жизни может и не произойти, так как у львов всегда высокие требования, но вы в любом случае получите положительные эмоции от общения. Стрелец. Представители знака Стрелец способны быстро предлагать встречи уже через полчаса после знакомства. Если они заинтересованы, они с радостью будут развивать ваши отношения. Изучив характеристики знаков зодиака в онлайн-общении, можно отметить, что каждый знак проявляет свои уникальные черты. Овны проявляют быструю инициативу, близнецы раскрывают свой потенциал через письменное общение, раки оценивают эмоциональную глубину собеседника, львы предоставляют внимание к деталям и делают эффектные жесты, а стрельцы быстро строят отношения, если заинтересованы. Такие индивидуальные особенности в онлайн-общении подчеркивают уникальность каждого знака зодиака и их подход к установлению отношений в виртуальном пространстве. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.